Так, небольшой обход. Сегодня 10-е, сегодня вебинар. Интересно, похож я на болтуна или на серьезного человека. Так, смотрим. Начали сходить персики. Раз, два, три, четыре. А вон только сейчас вылез. Пять. Вон только сейчас вылез. Шесть еще не видел. Так, семь, восемь, девять. Вот человек сейчас вылез, 10 раз не помечен. А вот еще малюхоньки. 11, 12, 13, 14. Вон где палка 15, вон где палка 16. 16 из 50. Это пока чем богаты. Но раз только сейчас они появляются. Вот вчера его еще не было, сейчас покажу. Ау, куда ты делся? Я тебе показать собрался. Нам не нужна излишняя скромность. Не нужна. Нам надо, чтобы лезли, лезли. Это еще выглядаем, может, еще день 15. А, вот, видите, вчера его не было. Посмотрите, как они выглядят. Это еще надо специалистом быть. Потому что для кого-то это не более чем сорняк. Ладно, посмотрели. А что у нас еще, ребята, в рюкзаках? А давайте посмотрим. Посмотрим. Так, ага. Раз видите ленточку, значит здесь прививка. Ага, прививка. Что это такое? Вижу уже. Или даже бирки нету, потому что это венгерка богатырская. Ну-ка, хороша? Хороша. Еще только весна закончилась, только тепло появилось. Сегодня 10 июня, уже полметровый побег. Вот он. Интересно, как одна пошла. Да, оба хороши. Кстати, обратите внимание, сейчас у меня просто взяла, отломалась. Вот я только прикасался, хотел отодвинуть. Она отломалась сама. Раз и рухнула. Видите? Вот она. Вот. Почему? Вот, в том-то дело, что как это все не просится, когда делается без ума. Вот, а что такое без ума? Это когда мы берем и влазим в их жизнь. Вот я влез в их жизнь, вот, и результат. Это подвой, там в самом-самом-самом низу, и почти не видно, вот он на холме. Маджурец. Это что у нас? Это у нас. Ага. Это абрикос пианиста. Так, и наконец третий этаж. И вот этот третий этаж, он у дерева путает все карты. Из вот этих прививок начинают ветки расти не так, как положено, а как хотят. Вот только прикоснулся, вот это и есть. Но, как хоть я и сказал, без ума, но жизнь продолжается, мне надо испытать было вот этот вот, именно на нем богатырь. Сейчас я покажу вам, где уже второй год, посмотрите, зачем мне это надо. Ну, на всякий случай, здесь еще одна прививка есть. Я прививки помечаю ленточкой, мне нужно попробовать там в этой куче найти ее. Вон, видите, поэтому ленточки специальные. Вот, а если их там две, то там еще одна, значит, прививка. Ну-ка. А, вот она, вторая прививка. Вот она. И то же самое, а из двух веток одна пошла, одна нет. Вот для чего еще две надо, а то зачем две? Да потому что шансов в два раза больше. На этот раз это абрикос. Вот. А, черный абрикос, поэтому и... И она не отличается так, что ей не нужна бирка. Так, третья прививка на этом дереве. Вот, и, к сожалению, только-только начинает просыпаться. Что будет, посмотрим. Но только просыпается. Вот, если только вот эта вот ветка, не от привоя ли она? Или все-таки от подвоя? Ну, пока теперь не развяжем, не узнаем. Так, одним деревом разобрались. Показывал на мою эту самую волосы вишню, которая выросла.
одновременно вместе с огромным, очень большим муравейником. Идем дальше. Вот. Ага, есть вот тут прививки. Будем поглядеть, как говорят немцы. Пошла, пошла, но плохо. Вот это пока все. А это вообще еще такое все не спит. А вон наклюнулась. Вон она. Будем ждать. Будем посмотреть. Нам спешить некуда. Вот эта бирка, ой, эта ленточка означает, что потом, когда здесь все загустится, я легко найду эти две прививки. А еще что у нас есть? А вот она. О, хорошая прививочка. Пониже. Вот теперь нормально. И опять заметьте, каждый раз одна из двух. Вот. И именно поэтому надо по две. Вон по той ленточке нашел. Вот она. И что мы имеем? Правильно, мы имеем вторую венгерку. А почему нам нужны варианты? А это называется не класть все яйца в одну корзину. Вот. Две прошли мы. Так, сейчас целеустремленно. Ну, с этим деревом мы разобрались. Академик показывал не раз. Показывал, как за несколько секунд я его посадил. За несколько секунд посадил, и вот результат. А теперь в него привито кое-что ценное, но это буду ждать плодоношения. Показывал. А вот это не совсем удачное дерево. Почему? Это маточное дерево. Вот. Посмотрите, как оно болезненно воспринимает. Видите? Посмотрите вот на эти вот три ветки. Четыре ветки. Пять веток. Шесть. Я использовал ветки для... Нарезал черенки на прививку. Вам. То есть я продавал им черенки. Результат. Вы думаете, они были мертвые на момент отрезки? Отрезка была в ноябре. Ветки нетронутые вон. Они все целы. Ветки пострадали страшно. Еще раз говорю, ребята, это маточное дерево. Его судьба быть, маточным деревом, то есть в короткий век, как бы его назвать, жертвенное. Вот результат, еще раз. Может, плохо показал. Вот результат, вот результат. Это раз, но не все. Второе предназначение пока живо. Успеем испытать. Ленточку видели? Видели? А что у нас, ребята, в рюкзаках? Супер, Серафим. Вот он, смотрите. Прививка отлично пошла, великолепно. Раз, два, три. Вот сразу пошли побеги. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот. Я эти очень доволен. Но еще больше я доволен прошлогодним побегом. Смотрите, видите, что это? Это венгерка, грация. Вот она, раз, два. Ну, читать пока можешь, нужно штуками эти плоды. Пока штуками. Но главная их задача — вырасти не синими, а розовыми. Я поставил перед собой задачу догнать и перегнать вот Чернобаева, у которого с первого поколения получилось, а у меня уже первое поколение пока дало что-то такое, но не розовое. Вот почему? Потому что я хочу везде быть первой, и вдруг меня на повороте обходит Чернобаев. Вот ждем, будем вместе ждать. Вот они, плоды, венгерки. Надеюсь, будет, если не розовые, но уже и не синие. Потому что синяя что? Синяя это, ой, что такое? А, синяя. А вы розовые добейтесь. Чернобаев добился. Умыл меня своего друга. Вот. В какой-то степени наставника. Он меня умыл. А я ему благодарен за то, что он первый привил венгерку именно на абрикосы. Я прививал ренклоды на абрикосы, сливы. Полный крах. Я потерял годы. А Чернобаев художник. Но на то и не художники. Посмотрели. Так. Еще раз полюбовал.